Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля Toyota RAV4 2014 года выпуска. 1.AD FPV, рядный четырехцилиндровый турбодизель, объем 2 литра и 16 клапанов. Мощность 124 лошадиные силы и 300 ньютон-метров крутящего момента. Пробег 55 775. Производим замер компрессии на холодном двигателе. Первый цилиндр. 20 килограмм. Второй цилиндр. 20 килограмм. Третий цилиндр. 20 килограмм. Четвертый цилиндр. 20 килограмм. Замер компрессии окончен. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лигово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.